больше бояться. В середину октагона приглашаем рефери и начинаем эту зарубу. Ребята, что сейчас будет, ждут все. Мы хотим это лицезреть. Бойцы, на середину. Так, большие дяди, смотрим на меня. Смотрим на меня. Правила ММА. По затылку, по спине не работаем. Локти, колени разрешены. Пожали руки. По углам. Невероятное зрелище. Понеслась, одновременно, ребята, на ринге находится 6 центнеров мяса. Даниэл Т-34 против двух тяжеловесов. Гриша Полный ТВ и Фаркадыч. У Гриши светлые шорты. У Гриши там разные, посмотрите. Гриша Полный ТВ. Так, Даниэл из Нальчика. Ну что такое, Гриша, добрый Гриша наш, иди наступай. Упал Фаркадыч, упал. Гриша, вставай. И на этом Даниэл завершает свой победный клич. Победный салам из Нальчика. Упали оба, вот это да. Ну, дорогие друзья, Т-34 это один из мощнейших бойцов вообще на ринге. Ребят, боец отказался. Ну что, давайте, в общем-то, как бы перейдем к решению, даже я не знаю, судьи, не судьи, а тут, в принципе... А, ты готов? Ты готов в одного я биться? Готов. Ты понимаешь, что это можно закончить? Реально, ты готов биться в одного? Фаркадыч отказался от боя. Гриш, ты отдаешь себе отчет? Не, ну это... Ребята, это достойно уважения и бурных аплодисментов. Бой продолжается, это заруба! Помним про защиту. Бой! Пошел вперед. Молодец, Даниэл. Технично уходи. Молодец, Даниэл. Умело регулирует. Ну, это не надо было, конечно. Дорогие друзья, сейчас, если Даниэл проиграет, он получит только выигрыш. Даниэл, на второй раунд идем! На второй раунд, Даниэл! Ой, Даниэл, ну как ты неосторожно работаешь? Куда ты своим правым кулаком устремился? Там же есть внизу значительно более мягкие места, более такие... Ну что-то... Ах, Даниэл, Т-34. Одним ударом свалил 200 килограммов, даже теперь поднять его не могут. Ну где ваша поддержка, ребята? Все, где она? Ты уже выиграл. Победитель еле-еле стал на свои собственные ноги. Ринг гремит. Москва дрожит. Бойцы. И Даниэл обнимает Гришу Полное ТВ. Гриша Полное ТВ удивительный человек. Одновременно смог показать настоящие мужские яйца и настоящие женские сиськи. Красавец! Фаркадыч, не расстраивайся. Все дело в том, что ты надел повязку Наруто не на голову, а просто пережал им свое сыкливое очко. Ну ладно, если честно, его нормально уничтожил, прям точно так же, как и Гриша. Возможность увидеть свой член. Хотелось бы на самом деле, чтобы Т-34 уложился в 34 секунды, но получилось чуть побыстрее. Победителем сегодняшнего боя Т-34, ребяточки! Ну, конечно! Ну что, пацаны, давайте пару слов
Всем привет. Я хочу сказать одно. Напишите в комментариях, тот, кто готов выйти против Т-34, и реально выйдите, не только пишите, а просто выйдите хотя бы в клетку. Это первое. Второе, хоть я и проиграл, я бы хотел вызвать на бой. Есть стендап-комик Павел Дедищев. Они постоянно обсирают наш промоушен, говорят, там дерутся алкаши и бичи. Так вот, я хотел у Павла Дедищева, стендап-комика, вызвать в эту клетку. Да подожди. Просто наебался. Но, старичок, если ты слышал этот вызов... Вызов мне кинули. Я им дал почувствовать, что это такое, что такое профессиональное ММА и что такое, ну, я не знаю, блогер, что пришел, подрался. Не, они молодцы. Я отдаю честь уважению им за то, что они вышли, не побоялись, два блогера подрались. Но не стоило вызов выкидать. Слушай, очень странно, извини, пожалуйста, что ты впервые слышишь об этом промоушене. Пишите меня в комментариях, если хотите длинные бои. В целом, что можешь сказать о промоушене? Ну, нормальный промоушен для начинающих, для блогеров, но явно не для профбойцов. Потому что, ну, здесь блогеры, хоть их три было бы, то же самое. Но ты видел наши просто... просмотры, ты видел, да, наши, ну, рейтинги? Да, просмотры хорошие, да. Я и понимаешь, здесь, находясь речь? Внутри видео, ну, это на улице не увидишь, обычно в обычных промоушенах не увидишь. Ты здесь, ты с нами, ты нам дал этого шоу горячего. Спасибо тебе большое. Т-34 специально для вас, для тех, кто просил. Ваши аплодисменты, лайки, подписки, комментарии, ребят. Дайте нам газа. Epic Fighting Championship. Второй сезон! Давай! Готовился к одному, но типа словил тупой удар в разрез, начал закрываться, отходить сзади сетка. Просто мне не дал от сетки выбраться. Хотел встать, но просто что-то типа, ну,